В Казахстане дан старт производству первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник Ви». В рамках договоренности между президентами нашей страны и России 2 миллиона доз препарата выпустят в Карагандинском фармацевтическом комплексе. Его сегодня посетил премьер-министр Аскар Мамин. Напомним, массовая вакцинация казахстанцев против коронавируса начнется в феврале следующего года. В первую очередь привить планируют медиков, педагогов, студентов и сотрудников правоохранительных органов. Препарат получат и люди с хроническими заболеваниями. Отметим, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе. На нашем предприятии мы будем осуществлять производство готового продукта, готовой вакцины. Мы оказались наиболее подготовленные среди фармпроизводителей в Казахстане. Вакцина – это тоже биотехнологический продукт, поэтому процесс производства, оборудование, специалисты наши, мы готовы. Итак, что известно о российской вакцине «Спутник Ви»? Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Согласно официальным данным, эффективность препарата составила почти 91,5%. Во время клинических исследований в России уже было вакцинировано около 26 тысяч добровольцев.